данная информация является фальшивой, не относящейся к реальной действительности, и никаких, я официально заявляю, судебных приставов на избирательных участках присутствовать не будет. Данная информация направлена на срыв выборов на территории Красноярского края. Судя по общему тону кандидатов от одной партии, которые посылают мне так называемые фейковые обращения о якобы готовящихся фальсификациях, готовится, на мой взгляд, почва информационная для срыва выборов.